Всем привет! Вы на канале Рина Лори, меня зовут Лена, и сегодня мы с черничкой показываем ее деток. Это детки необычные, это наши помски. Черничка у нас рождена от второго поколения помски, то есть это уже третье поколение. Ну, она не совсем третья, потому что мама у нее чистокровный шпиц. Вот. Это маленькая собачка, очень милая. Кстати, ее братик и сестричка продаются, потому что нам нужна только черничка. Она была разноглазая единственная в помете, и поэтому она осталась у нас. Мы ее повязали чистокровным шпицом Лео. Лео у нас окраса Мерль. Это такая в пятнышку, пятнистый окрас, который запрещен во многих породах, но у шпицов Неверкэфа вскоре он разрешен, и он считается эксклюзивным, супер крутым, супер классным. Лео у нас голубоглазый. И вот черничка у нас родила двух девочек и одного мальчика. И сейчас у меня вот здесь лежат малыши, я вам их покажу, познакомлю вас с ними. Потому что они все Мерль окраса, очень классные. Мы надеемся, что у них будут голубые глазки, как у мамы и папы. Но это пока еще об этом рано судить. Ну что, черника, покажем твоих детей? Она, конечно, очень за них переживает, дает их в руки только нам пока. Но я не могу не показать наших деток. Так, по поводу того, кто захочет таких маленьких щеночков, классных, хороших, девочки не продаются. Девочки остаются в питомнике, мальчик будет продан сюда, можно в Киров его предложить, и только на совладение. То есть я посмотрю, какой он вырастет, и, возможно, для него будет невеста, потому что мы же не зря это все задумали, все это затеяли. И вот, чё, черник, слазь? Ой, посиди-ка тут, наша мама. Итак, первым я покажу вам мальчика. Вот такой у нас мальчик. Вот такого он цвета. Представляете, какой пятнистенький, с черной попкой. Вот. На данный момент все у нас в норме. Он будет с подпалом, то есть у него рыжие бровки уже проглядываются. Вот такой малыш. Это у нас мальчик. Черника! Черника побежала кошек терроризировать, чтобы кошки не съели ее щенков. А вот это наши девочки. Одна чуть побелее, но она тоже, видите, с крапинками. И вторая вот такая. Вот такие малыши у нас. Черника, хватит бегать. Так что поздравляйте нас с малышами. Черника просит, иди сюда, иди ко мне, мать черника, иди сюда, иди ко мне, ать, молодец. Вот так она переживает за своих деток, даже мне дает под честное слово, что я верну их на место. Так что наша программа по-помски идет полным ходом. Идет пока успешно, я очень рада, что у нас все хорошо. Титьки большие. Молочка у мамы хватает, потому что все-таки три поколения назад ее предки, ее бабушки, прабабушки были хаски. Хаски достаточно здоровая порода, это не шпиц, которые там нежные, и поэтому у нас вообще все классно. Поэтому подписывайтесь на канал, буду показывать, как малыши будут расти. А если вы живете в Кирове и приедете к нам на выходных, то вы сможете познакомиться с этими щеночками. Поиграть, конечно, попичкать я не дам, но показать покажу с удовольствием.